Привет, меня зовут Ахмад Зитуни, а это моя картина «Хрононеандия». Хрононеандия – это от слова «хроно» – время. Хрононеандия – это единственная в мире страна, где практикуется временной туризм. Вот, у разных стран есть разные символы. У Украины есть символ «калина», у Австралии символ «кенгуру», у Гонконга символ «лотос», а у Хрононеандии – машина времени. Вот я нарисовал Хрононеандию, вот она вот здесь вот находится. Вот Хрононеандию никто никогда не заплывал кораблями, потому что вокруг Хрононеандии находятся очень опасные острова. Остров ультразвуковых долин, кислотный дикий остров, остров паранормальных огненных озер и остров бродячих серных пустынь. С космоса Хрононеандию не видно, потому что машина времени, которая излучает особый свет, блокирует изображение Хрононеандии с космоса. Поэтому с космоса Хрононеандию никто никогда не видел, самолетов Хрононеандию никто никогда не видел, и кораблями туда никто никогда не заплывал.